Добрый день. Сегодня в Международном университете информационных технологий проходит семинар, организованный совместно с фондом ООН ЮНИСЕФ в Республике Казахстан. Цель данного семинара – обсуждение возможностей и конкретных путей внедрения информационных технологий в образование современных детей. Сегодня мероприятие было организовано совместно с ЮНИСЕФ, мы назвали его ЮНИСЕФ Global Day. Основная цель была познакомить, да, слушателей, познакомить студентов, познакомить учителей, школьников теми возможностями, которыми сейчас мы обладаем. То есть это результаты, которые получены в рамках реализации проекта, да, совместно с ЮНИСЕФ. Очень хорошая тема – это то, что инклюзивность и equity, и мне кажется, это очень важно, равноправие, особенно в Казахстане. Думаю, что профессия особенно не зависит от гендера.